І знову зміни у складі правління НБУ. Сьогодні Валерія Гонтарєва майже після трирічного терміну подала у відставку з посади глави Національного банку України. Вона йде у відставку з 10 травня. Це вже не перша її спроба залишити крісло керівника Центробанку. І тепер шукають нового голову. Хто ж стане на чолі банківської системи України та яких змін чекати до відставки та після? Більше про те, чому голова НБУ вирішила піти у відставку саме зараз та які зміни очікують банківську систему України, ми поговоримо із нашим гостем Макаренко Ігорем Петровичем, директором Інституту еволюційної економіки. Вітаю вас. Здравствуйте. А сьогодні після трирічного терміну голова Нацбанку Валерія Гонтарєва подала у відставку. Скажіть, будь ласка, це була досить очікувана відставка, звичайно, але чому саме зараз? Чому сьогодні? Чому не вчора? Чому там не рік назад? Чому саме сьогодні? Ну, собственно говоря, накал процесса, который требовал отставки Гонтаревой, он начался не сегодня, не в этом году и даже не в прошлом году. Наблюдая за политикой Национального банка и линией, которую проводила глава Центрального банка, ее монетарный блок, он всегда вызывал очень много дискуссий и вызывал сомнения в правильности выбранного курса. Что касается нынешних событий, то в нынешнем году, в общем-то, экономика подошла к тому пределу, когда напряжение в монетарной сфере должно вызвать очередной всплеск либо валютного кризиса, либо напряжения в социально-политической сфере. Поэтому такие вещи, в общем-то, сейчас они более актуальны. Мы должны, конечно, вспомнить в связи с этими событиями. Это события, которые подтолкнули Международный валютный фонд с задержкой своего кредита и транша. И, конечно же, вот события, которые вызвали активные действия НБУ. Более детальные вещи – это, конечно же, плод кулуарных каких-то договоренностей, решений. И в первую очередь это на уровне первых лиц страны, потому что в данном случае креатура главы Национального банка – это, в общем-то, креатура президента при поддержке парламента. А чего ж нам чекати після 10 травня, після відставки? І що чекати до відставки, до 10 травня? Ще цілий місяць, ще стільки всього може змінитись? Що касається таких коротких событий, то следует все-таки посмотреть немножко более широко. Необходимо проанализировать причины возникновения кризиса в банковской сфере и в Центральном банке. На сегодняшний день макроэкономическая сфера стала в такой степени сложной сферой, и центральные банки выполняют здесь далеко не последнюю, это лидирующее место в инструментарии управления экономикой, что ведущие страны мира приглашают на должности центральных банкиров не людей из корпоративного сектора. То есть, если мы говорим о банкире из коммерческого банка, который пришел из коммерческого банка и возглавляет Центральный банк, то это тоже корпоративный сектор. Банкиров не из коммерческого сектора, а профессоров макроэкономики, то есть людей, которые всю жизнь занимаются изучением макроэкономических механизмов, а они достаточно сложные. И только лишь одних передаточных механизмов можно насчитать больше сотни, и в них необходимо разбираться. А кроме того, что в этих механизмах необходимо разбираться, они оказывают самое непосредственное влияние на реальный сектор экономики. Вот представьте себе такую вот ситуацию. Мы берем, допустим, неподготовленного ребенка и садим за руль автомобиля и пускаем его проехаться по улице, где стоит очень много других автомобилей. И этот автомобиль будет сбивать один, другой, третий. Предположим, что это автомобиль там, строительная отрасль, предположим, автомобиль сельскохозяйственная отрасль, другие и так далее. Как мы должны относиться к этому водителю? Как к преступнику или все-таки вот это не преступник, потому что это был ребенок? Для нас, для общества не имеет никакого значения, по каким мотивам была угроблена экономика. Для нас очень важен в конечном итоге результат и должна быть ответственность первых лиц перед и теми людьми, которых назначают, и перед теми функциями, которые они должны выполнять. А для стран с развивающимися рынками банковская система
очень сильно отличается от банковской системы развитых стран. Развитые страны уже вошли в фазу, где у них макроэкономическая среда достаточно развита, рынки достаточно насыщены. А здесь у нас мало того, что развивается сам банковский сектор, так еще развивается и реальный сектор экономики. И в этой ситуации, если в другой стране благоприятным будет понижение валютного курса, либо благоприятным будет увеличение денежного предложения в экономику, то здесь у нас это будет далеко не благоприятно. Почему и возникают такие ошибки? В результате чего, если Гонтарева допускает девальвацию национальной валюты и валовый внутренний продукт падает со 185 миллиардов долларов до 80 миллиардов долларов, то это очень серьезный вопрос для размышления. Это не то, что вопрос для размышления, этот вопрос должен был поднят немедленно. Если мы говорим о том, что необходимо проводить монетарную политику, которая обеспечивала бы благоприятное развитие для других секторов экономики, то опять-таки мы должны посмотреть, как это осуществляет в других странах мира. В других странах мира, когда осуществляют эту политику и разговаривают с нашими, они понимают, что мы говорим на одном языке. Оказывается, что у нас, в общем-то, разный язык. За рубежом на банковскую должность приглашают человека, который является профессионалом в этой области. И, соответственно, пытаются найти лучшего человека, который выполнял бы эту функцию. А у нас стараются найти человека, который является близким человеком лидера. Это две большие разницы. Скажите, а кто ж має прийти? Що ж це за людина має бути така, щоб змогла наладити все це? Мне кажется, что вот такие вот высказывания, пожелания, как, скажем, в кавычках, боевой какой-то там испытанный банкир, либо, значит, какие-то испытанные люди, это не совсем верный подход. Почему? Потому что сформировалась такая система, в которой даже хорошо зарекомендовавшие себя эксперты и банкиры, они могут понести имиджевые риски, не ведая сами того. Тот же самый, вот говорят о Лавренчуке и так далее. Люди, которые действительно с безупречным имиджем, но попав в эту систему, я бы им даже в этой ситуации не рекомендовал бы этим заниматься до тех пор, пока не будут проведены соответствующие реформы в этой сфере, когда не будут созданы соответствующие условия, и в этих уже условиях тогда выполнять эти функции. Поэтому я думаю, что вот в нынешних условиях, наверное, с моей точки зрения, наиболее такими кандидатами, которые были бы соответствовали этой функции, это профессора Гальчинский, несмотря на его преклонный возраст, я думаю, что это была бы самая достойная кандидатура. Либо профессор-академик Гейтс Валерий Михайлович. То есть люди, которые знают монетарную, валютную сферу, которые занимаются исследованием этих процессов всю жизнь, и не просто занимаются этими вопросами всю жизнь, но они еще и в нашей среде знают нашу специфику. И ни в коем случае не приглашать людей из корпоративного сектора. Мне кажется, что сейчас этому нужно уделить очень большое внимание, потому что риски, которые стоят перед нами, очень большие. Мы как-то провели исследование валютно-финансовой политики для стран с развивающимися рынками, и мы обнаружили, что кризисы в валютно-финансовой сфере в таких странах накатываются волнами, циклами. И когда они накатываются, они затрагивают целый ряд закономерных процессов. Закономерных в том плане, что они повторяются не только у нас в Украине, но они повторяются и в ряде других стран, которые имеют тоже развивающиеся рынки. Таким образом, мы прогнозировали и предусмотрели кризис в Китае, в Турции, в Казахстане, в Азербайджане, вот сейчас в Южной Африке. Это говорит о том, что макроэкономическая сфера, банковская сфера, она как часовой механизм имеет определенные точные зацепления своих зубчиков, точные передаточные какие-то механизмы. И эти зубчики, и эти передаточные механизмы будущий кандидат должен знать. Он должен в них разбираться профессионально. Это первая сторона вопроса. Вторая сторона вопроса – это то, что позволило Северной Европе и Северной Америке стать лидерами. Они стали лидерами благодаря развитой банковской системе. А развитая банковская система – это честь и достоинство. Это когда человек служит не какому-то царю, президенту, а который служит своему делу и который
думает только о своих клиентах и в первую очередь думает о клиентах, которые принесут деньги, о населении. Население в данном случае является стратегическим агентом. Валовый внутренний продукт – это не сумма выпущенной продукции всей вместе в национальной экономике. Валовый внутренний продукт – это конечное потребление, а конечное потребление осуществляет только население. А поэтому, что потребит население, а что оно оставит в сбережениях, и оставит оно в сбережениях у себя дома или понесет оно эти средства в банковскую систему, будет иметь решающее значение для инвестиционных процессов. И если население перепугано недоверием, и оставляет эти средства, то какие бы реформаторы ни пришли, невозможно сдвинуть с места эти реформы. Так и в развитых странах. Швейцария, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, они в первую очередь показали надежность банковской системы, независимую от политических каких-то лидеров, независимо от политических каких-то течений, партий там и так далее, где профессионал полностью отдан своему делу, таким образом, что даже семья для него становится на второе место в выполнении этих функций. Потому что в банковской системе человеку в голову забраться невозможно. Его мысли прочитать невозможно. А вот кредит, который он дает, или средства, которые направляет, обладает огромной силой. И способная направить эту силу любых людей по руслу, которому формирует этот кредит и тот проект, который создается. А поэтому, если мы стремимся к тому, чтобы создать современную экономику с самоорганизующимися механизмами, здесь, используя вот этот вот случай, необходимо пересмотреть все и наметить пути реформирования банковской системы в целом. Подейкують, що Гонтареву хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Скажіть, чи є за що? Я не эксперт в области права, и тем более, что я не эксперт как следователь, и в этих вопросах я бы дистантировался. Но есть такой вот вопрос. Если у нас валовый внутренний продукт падает, как я уже сказал, со 185 миллиардов долларов до 80 миллиардов долларов, то есть мы теряем более половины нашего национального богатства по причине неудачной политики Центрального банка и его монетарного блока, то в принципе, наверное, над этими вещами необходимо задуматься не только политиками, но и правовым структурам. І ще таке питання. Яка буде реакція Європи після відставки Гонтаревої? Я думаю, що для європейців цей вопрос не буде очевидно ясним, що у нас тут происходит. Європа вже достатньо сильно устала від української політики, від обіцянок, від корупції. Европа надеется на то, что когда-то мы все-таки соберемся и своими руками наведем у себя порядок и начнем поднимать экономику. Европа готова нам помочь, но у Европы сейчас свои целый ряд проблем. Это проблемы, опять-таки, того же самого монетарного плана. То есть у Европы на сегодняшний день сверхмягкая монетарная политика. Одновременно с этим неравномерность развития Северной и Южной Европы. Очень серьезные проблемы в банковской системе в Южной Европе. Это Греция, Италия, Португалия, Испания. Кроме того, эти миграционные процессы. То есть Европе сейчас не до нас. И то, что Европа все-таки нам уделяет внимание, она открывает нам безвиз. Она дает нам понять, что она нам помогает, что мы друзья, что она готова нам и дальше помогать. Но для того, чтобы решить вопрос с банковской системой, для того, чтобы решить вопрос с правительством, а здесь, когда мы говорим о правительстве и о банковской системе, мы говорим о том, что есть два крыла в управлении национальной экономикой. И эти два крыла, они работают, и птица летит тогда, когда есть баланс между ними, есть стратегия и есть согласованная политика. И это согласование этой политики осуществляет соответствующий орган, то ли кабинет министров, то ли Министерство финансов, расставило четко какие-то приоритеты и создает условия для того, чтобы были созданы инновационные сектора экономики. В этих условиях
для Европы будет действительно реальный сигнал, что здесь пошли процессы, пошли инновации, создаются площадки для посадки капитала. А мы ожидаем, что в ближайшее время завершится цикл оттоков капитала с развивающихся рынков, и этот поток капитала развернется и пойдет в обратную сторону. А это значит, если мы сейчас подготовим банковскую систему, подготовим центральный банк, подготовим площадки для посадки этих капиталов, то в таком случае мы подадим очень хорошие сигналы, и мы в таком случае можем получить преимущество перед целым рядом других стран. Почему? Потому что у нас очень большой нереализованный потенциал. Дякуємо за таку приємну економічну бесіду. Про відставку Валерії Гонтаревої, глави Нацбанку України, ми поговорили з Ігорем Петровичем Макаренко, директором Інституту еволюційної економіки.